утро. Грязюка капец. Вот второй этаж наш. Показываю опять. Кости тут все шлифанули. Светленько стало. Осталось обналичку сделать на окнах. Писали вот про щели, про эти. Ну, знаете, ну, если есть какая-то проблема, она решается сразу, которая тревожит. Но тут настолько жарко, невыносимо просто на втором этаже, что с этими щелями пока не стали заниматься. Они вообще не мешают. Никакого ни сквозняка, ничего нет. Это само собой заделается. То есть, если бы это мешало, это все бы уже устранилось. Вот так. Вот второй этаж такой. Спальные места, все. Телевизор. Его пока некуда поставить. Вчера они разгрузили шишигу, что-то поленились. Груженая стояла. Херово это. Сейчас надо смотреть, куда бревна скинуть. Короче, у нас тачок будет в этом году здесь, потому что там не получится поставить. Сейчас вот эти кустики уберем и надо будет поставить. А другого места у нас нету, потому что если мы поставим здесь, а потом, когда лед растает, перенесем туда, то вон, Серега говорит, пчелы все сюда вернутся, облетятся, и они здесь будут, попадают все. Попадают, да, или куда-то привьются они там? Они на земле будут ползать. Да. Где улик стоял, они на это место будут падать. Ну, в общем, у нас вариантов других нет. Сейчас мы понаделаем подставки, подули. Ну, в общем, вот. И чего вы зашли сюда? Пусть он выходит. Ты что тут разбуянился, слышишь? Путя. Все разворотил. Пошли, иди сюда, бой. Малыш. Закрыли щенков, туда закинули пальму. Мужики говорят, пойдем это. Плес там понравился. Вон Сереге вчера ехали, там открытый плес. Хотят попробовать порыбачить. Сереге предложили вон костюм. Говорит, малой. 46 размер у него обувь. Охереть. Сейчас снасти хоть смочат. Да. Аккуратненько. Тебе небольшой костюм? Ой, не маленький. Да жмет под мышкой. Жмет, да? Но. Ну надо тебе скотчем перебинтовать. Так, ну а нам что делать-то? Нифига. А? Плов? Так морковки, говорят, нет у них. Хватит на плов. На плов хватит? Да. Серега, тебе нужна морковка. Там же этот, плов надо сначала. Пиздец, у меня удочка. Дал мне кое-грузило. Да сейчас разберемся. Дал мне кое-грузило. Серьезно. Домойчик. Да ежная удочка. Так много же грузила есть. Где-то рюкзак же есть со снастями полный. Зато это ежная. При соболении. Конечно, чего вы сгоношились? Попейте чайку, вон, да, пойдете. О! Путя, ты что, вышел, что ли? А, вон Злата вернулась. Сейчас пойду тачок. Колокольчик ему переделал. Она Злату, он Злату высматривает, где она. Сейчас спрячется опять.
Вот такой тычок тут у нас получился в этом году. Будут они у нас здесь. И с окошка раз открыл, шуганул этого махнорылого. Сказал, иди отсюда. Прожектор повесить и все. Можно даже прожектор с выключателем какой-нибудь дополнительный. Если кипиш какой-то раз, кнопку нажал, все светло. Посмотрел. И все. И выключил. Ну да, им тут будет получше, чем на той поляне. Там очень много солнца было. Я хотел на тот тачок посадить несколько деревьев. У нас приезжают, привозят там яблони, все такое. Морозостойкие вроде. Ну, затенить как бы. Потому что надо затенять, вроде как по книжкам. Чтобы ориентир был вот у них. Какой-то по это. Когда они летают, чтобы им попроще определиться, где их улик. Не знаю, так это или нет. Но здесь и так хорошо им будет. Тут тенек будет. Вот липы тут везде кругом. В туалет теперь у нас Костя маленький будет ходить в полной амуниции. Пчел, говорит, боюсь. У нас тропа вот в туалет. Вот он опять гоняет собак. Ничего его не исправит, этого козла. За туманом бегает. Сейчас доиграется опять. Шел бы гулял. Чего ты лезешь к ним? Опять в замок свой пошел. Туман! 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 Фу! А где рыба-то? Рыба плавает в одну. Не видали вы ее? Что, не клюет? Да не, рано еще. И далеко ходили? Ну, до этой мордуши. Туда еще дальше. Вода грязная? Ну, мутная. Да еще лед на. Верховая плет вода. А через недельку можно попробовать еще раз? У нас пирожки сегодня. Виталька супчика сварил. Хотели плов делать, а морковки мало. Короче, в общем, мясо, что Виталя привозил, он надо было применить. И там еще мясо я привозил. Заморозка. Так, ну у нас сколько? 6:00. Сейчас будем 8, наверное, пчелок выставлять. Ты что там умничаешь? Не почитаю. Да свет уже плохой. Да нормальный, пока до 7 можно почитать. Вот светильники повешу, и тогда можно будет. Костя сегодня две начинки делает. С картошкой и с капустой. Тесто у него что-то не поднимается. Так, мы собираемся в амшаник залезть. Сейчас будем выставлять пчелок. А ты что, Барбосятин, покормил уже? Замолчали, смотрю. Так, ну что, надо что, по фэншую? Расширять амшаник, где побольше делать. Ну, Ваня говорит, что добавить можно несколько венцов, чтобы выше был, высоту. Или ты имеешь в виду ширину, что ли? Мы его только высоту хотели увеличивать. А в принципе, да. С этой стороны 3 стеллажа сделать, и с той 3 стеллажа. И на 20 на 25 семи его хватит, наверное. Нам нельзя больше 15 пока что. Да нет, что-нибудь придумаем, наверное, как нельзя-то. Так, что, какой ритуал-то? Надо что-то посидеть или что? Ничего не надо, пошел.
Что там у пчеловодов, как оно должно быть? Нет Бога, кроме Аллаха. Обряд этот пустом поле созидает. Ай, бля, так и подушки не снимали даже. Первый улик мы тут понесли с Виталькой. Два на месте. Ну что, у меня вот начинка готова, капуста, картошка. Тесто ждем, поднимется. Начну ляпать. Вон. Мужики таскают улики уже. Он чуть не упал. Уже наставили. Ставят. Она то ее воля. Не чужим, чай своим распорядилась. А у Раки и так дом есть. Куда и второй-то? А этому вашему камышу зачем? Он вообще в шалаше живет. Красота. Очень странно. Я ведь эту Марфу Владимировну не один десяток лет знаю. У нее на деревне прозвище Жила. Никогда никому. Друзья, не знаю, видно, не видно. Уже достаточно темно. Расставили улья. Начали литки прочищать от подмора. Ну и, в общем, не удержались и залезли, посмотрели. Живы, не живы, потому что некоторые жужжат, некоторые нет. В общем, у нас зимовки не вышло. Три семьи. Они, мы когда их еще по осени убирали, я Косте говорю, очень слабые две семьи у нас. Ну, так и получилось. Они даже канди не взяли. По полпакета канди осталось. А одна семья, вот это конкретно мы что-то упустили почему-то. Кормов, видать, не хватило. Сухие рамки все абсолютно. Вот одной семьи не хватило кормов. Хотя, ну, одинаково кормили всех в зиму. Скорее всего, может, семья больше была. Фиг его знает, не знаю. Ну, я думал, будет гораздо хуже. Серега увидел, как они у нас зимовали. Он говорит, о, ребята, что-то вы тут наделали делов, наверное. Потому что у нас... И подушки были, и холстики, и подушки, и всякие тряпки сверху. Он говорит, у вас все влажное, все подушки влажные, конденсат. С некоторых, вот с этих, допустим, с ППУшных мы и снизу сеточки вот эти не вытащили. Он говорит, сетки надо вытаскивать, с них аж вода полилась. Он говорит, наверное, плохо перезимовали. А потом раз-раз позалезли, он говорит, кто-то вас, говорит, бережет. Кто-то вас пожалел. Вот, так что я, блин, очень переживал за эту зимовку. Прям очень. Вчера ходили, слушали, там жужжит вроде там. А сегодня позалазили, во многих даже расплод уже есть. Ну, это Серега как-то определил, что есть расплод там. Рукой как-то потрогал, там теплое место такое на холстике. Завтра полезем, будем ревизию наводить, чистить. Улья чистить. А, сиропом завтра будем закармливать тоже. Вот. Во многих кормов-то много еще, но остается корма. Почему вот одному не хватило? Может быть, как-то он стоял где-то, ну, прохладно было, холоднее ему было. Может, они жрали больше. Не знаю, честно говорю. Ну, вот у нас, допустим, в поселке, ну, не буду говорить там у кого, но говорят, плохо перезимовали пчелы. У опытных пчеловодов там по 14 семей, по 15 зимовки не вышло. Нам вот повезло. В следующий год будем знать, что крышки эти не надо ставить, утеплять сверху не надо.
надо доски и холстик этот отодвинуть. Ну, я прям не знаю, как так им зимовать без этого, без утепления. В общем, еще будем это обсуждать. Костю уговариваю пальму, чтобы домой не пускать. Все, уже зима прошла, все тепло, чтобы на улице. Нет, все равно в дом прет. Происходит у нас тут момент недопонимания. Пальму, короче, в вольер перевели к щенкам. А у него глаза-то вытаращило, ничего не поймет, что происходит. Все, зима прошла, тепло. Грязюку таскает, на, нафиг. Еще бы на нары не прыгала еще, ладно, куда ни шло. Она прыгает на нары, грязная идет, ну куда нафиг, Костя? Зачем мы это все обшивали? Она не будет больше дома находиться. Все, отлично. И не обижайся, что она? А что бы я обижался? Ну а что ты дуешься? Мне собачки просто жалко. Что жалко, собачка? Все собачки там. Все, зима прошла, у нее шерсть нормальная. Зимой холодно, сейчас нормально. Так, что там с пирожочками? Тесто плохо поднимается. Ё-моё, да вон с ушками сейчас обломимся. Что не знаешь? Почему у меня тесто не поднялось? Ну, это я все вот правильно сделал. По технологии. Ну? И куда ты тесто сейчас? Ну это песиком. Песиком, да? Сейчас попробую. Так, у вас что, за удачную зимовку? Я что-то сегодня решил воздержаться. Вот сми вот эти дрожжи. Кого? А, ты на других дрожжах будешь? Да. Ну вот на этих же ты и ставил. А ты сейчас на каких ставил? Вон на тех. Так вы же до этого говорили, что плохие те дрожжи. А, это вы про брашку говорили. Да? Про тесто не говорили. Ладно. На картошке лучше это. Тема, у них же там бариста на воде, у них эти субтропические климат, там, вот это вот у них больше риса произрастает. Они у горов здесь там сбивают. Это вот мы по южному. Из передового отряда. Готовьте к операции. Что, тесто готово? Пока нет. Понимается. Угу. Ну, так, ну и на малом огне. Или может просто его перевариваем. На том момент затвердо. Засекает 20 метров. Не, блин, огненький. Как кино называется? Курсант, вроде, да? Ктульский, Подольский, Подольский курсант. Такое неплохое кино. Там оконцовка с кавертоном получается. Все, швом книзу? Да, швом книзу. Второй раз поднялось тесто, да, на другой, на других дрожжах? Да, на других дрожжах поднялось. Или дрожжи такие плохие. Mm-hmm. Ну, крышкой накрывать не будем, потому что она брызгает. Ну да, там конденсаты сразу да. Будет. Что у нас тут, две начинки сегодня? Три. Три, а, еще же сосиски. Сосиски в тесте еще у нас будут. Отлично. Завтра будет разнообразное у нас меню. Пирожки будут очень вкусные. Я плохих не делаю. Все, уверен. Шеф-повар пришел. Не, ну я тебе честно, я еще не видел, как двадцатки делают сосиски в тесте. Давай сосиску сюда. Ну вон его возьми. Вот и погнал ее лепить. Ну ты на туре. Ну подожди, видишь, оторвалось у тебя еще. Вот и все, и погнал дальше. Давай просто сосисек пожарим. Нет, мы в тесте будем. Столько заморачиваться. Да вон у меня нажарится нормально, что тут. Да у тебя пирожок с сосиской получился. Ну, сосиска в тесте, чё? Ну, смотри, я. У тебя какая-то... Ну, это же какая-то по-индийски. Ну, она же, блядь, сейчас набухнет. Раненая вот. Собака какая-то. Ну, блядь, я просто... Короче. Наглядный пример сделал. Наглядный пример. Вот тебе. Пусть, как делать не надо, так не делай. Я тебе говорю, что... Я сделал, короче, поумать. Не-не, ну, только... Надо ленточку нормальную сделать. Ну видишь, я ему просто показал. Ну а что, вон у меня сосисочка какая, сосисон. Сосиска-то, это пирожок у тебя нормально. Это сосиска в тесте, а не пирожок. Пропеклась, нет? Мне все пропекалось.
такая красотулька наша. За уши не оттянешь. Ну что, все у нас готово. Костян опять накормил. Может, булочки? Кучу мужиков. Че? Булочки вот сверху. Булочки, да, с кунжутом. Вот. Тесто оставалось. Начинки у нас тоже осталось. Но это не пропадет. Че молчите? Фильм грустный. Пирожки вкусные очень. Очень, да? Фильм грустный тоже. Все молчат. Главные герои погибли. Что вы потеряли, Петр Константин? Ага. Доброе утро. У нас он снежок выпал. Не знаем, полезем мы сейчас, нет ревизии. Серег говорит, что холодно сегодня. Плюс 3 градуса сейчас. Ветрище. Пойдем сейчас, наверное, с Костей соль по солонцам растараканим. Растащим. Че сидеть? Посмотрим, что ходит, что бегает. Хочу фотоловушки поставить по солонцам. Хоть фото зверей вам или видео показывать. Какие тут у нас водятся. Может, что-нибудь еще интересное. Я все это, когда фотоловушки у нас стояли на той избе, я все фото листаю, там, допустим, ну, фотоловушку снимаешь, там, 400 фотографий, там, 300. Листаешь, и все думал, какого-нибудь Йетти, знаешь, снежного человека, чтобы застать, да, да, вот мне все интересно было. Ну, это миф. Ну, не знаю. Где-то же в монастыре, там, рука или где. Завтрак у нас вот такой сегодня. Начинки много осталось. Сели. Кто чай, кто кофе. Пирожки вон еще. Так, что это такое? Это корма. Нашли корма у нас, да, кажется, есть хорошие. Это на печку прямо. Офигительный корма. Вот эта медовая рамка, она здесь сеять не будет. Вот эту чисто с краю эту поставить. Это сейчас надо их отогреть, да? Да, маленько отогреть. Чтобы у них хотя бы комнатные температуры стали. По сколько рамок мы добавим? Ну хотя бы по одной. По две еще лучше будет. Ну хотя бы по одной. Вот сюда вот ее надо. Давай поставим. Так, блядь, маленькая доска. Маленько сейчас подожди. Пошли, есть. Там так? Да. Во! Сюда мой кабак. Так, что, мы прям на печку давай поставим? Я говорю, на печку ставь, да что? Конечно, снимаем. Так, засолили 10 кг соли, кинули. Сейчас пойдем, Костя там чагу где-то видел на дороге, пробуем сбить, чтобы на избушке была всегда. Вот здесь сено косить можно. Капец, сильный верховой он. Сейчас там шли, треск слышим, мы подходим, елка завалилась. Зеленая елка, не сухая, ничего. А там вон сухие завалены. Ну это мы это не видели. Она еще молодая. Ну-ка, да.
Дай топор. Нет, сейчас должен возвращаться. Сейчас посмотрим, сколько кабана осталось. Как раз вот по вот этим глинам они здесь корнюют, червяков, да всякие корешки ищут. Но тут все перепахано было же в том году, помнишь? Вот как раз будет ясно, что осталось. По-моему, нихера не останется. Все, посолили, соль замазали глиной, не видно. Скоро у нас цветочки тут пораспустятся всякие пчелкам. Верба распустилась. Все хорошо. Тайга сейчас проснется, зацветет. Ну а на солонцы поставлю фотоловушки, как уже и говорил. Будет видно, какой зверь ходит, когда приходит. Покажу вам, кто у нас тут обитает. Че? От голода? Вот которая большая семья? Все? А там же в некоторых даже корма оставали. Гнезда неправильно. Неправильно, Леха, собрали гнезда, видишь все. Вот, например, смотри. А, я тебе прикрывал на склад. Вот, допустим, сейчас я покажу. Так, тут такой рамки нет, не светан. Даже вот так вот. Вот допустим, ты гнездо собрал, вот они у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рамок, 8. 6, допустим, рамок. И у нас пустая была, они туда не лазили за нее, типа. Нет, а у тебя вот тут, допустим, стоит рамка, она там как еще лосина, она даже не оттянутая. Ага. Желтенькая. Их вообще надо все выкидывать, ага, если нет. А она вот эта вот белая рамка стоит. А за ней с медом вот рамки еще. И они вот через эту рамку никогда в жизни не перейдут вот на эти рамки. А, вон что. Да. Вот эти, вот, поэтому все белые надо на зиму вытаскивать. Только вот эти белые. Чтобы все темные были. Они через белые переходят. И получается, у них были по сути корма, но они их не брали, да, из-за того, что неправильно гнездо собрано. Да, потому что вот эта ебучая рамка им перейти не дала. Ага. Вот и все. Видишь как. Ой, так, что этот берем, потащили комсанита. Как тяжело, вы... да? А не, у них что-то не отложено. А что у нас здесь тоже не было, да? Поспи, Олег. Ты устал. Что у вас за процесс? Да так, чтобы он было вылетать хорошо. Прилетки? Ага. С бархата. Я говорю, Леха, ругаться. А не, он кривой здесь. Хороший. Все, я, короче, замариновал мясо. Вечером пожарим, наверное. Или завтра утром. Там чуть-чуть было окорока. Еще пачка осталась. Вы говорите, я бы сам в этих ульках жил. Да что они чистенькие, не обоссаны, не поносы, ничего нет. Виталька где-то сухую ольху напилил. Сейчас баню будем топить. Чего ты смеешься?
Бревна мешают. Решил достать, показать, какую плитку купил мужикам сюда. Вот вместо вот этой. Сейчас я дома буду, сделаю столешницу сюда. А это мы верстак сделаем, да, Кость? Угу. Будет у нас столешница офигенная. И вот с этой вот плитой. Классно, да, будет, наверное? Итальянское. Качество. Это поджиг. Наверное, преобразователь какой-нибудь поищу. Не знаю, ватт на 150, наверное. 12 на 220. И будет поджиг электрический. Постоянно. Кто-то зажигалки утаскивает вот оттуда. Найти не можешь. Тут не надо будет. Офигенная панель, конечно. Столешницу уже здесь по месту вырежем, как нам удобно будет. Дома не буду вырезать. Ну, там же не знаешь, да, допустим, где окно, где занавеска. И как вот мы ее вдоль будем? Или к окну лучше? Наверное, вдоль, да? Чтоб там место еще было, получается, и занавески не загорались. Ага. Отличный вид будет. Все, упаковываем. Так, вот еще приобрел такую вещь на AliExpress. Это контроллер нагрузки или еще вот как бы его назвать. Ну, в общем, если напряжение на выходе, вот на все потребители становится меньше 12 вольт. Ну, тут можно настроить, вот плюс-минус, там реостат стоит. Если напряжение становится меньше, допустим, 12, то тут диод стоит какой-то и прекращается подача, ну, электричества. То есть, чтобы сохранить аккумуляторы, чтобы не разряжать аккумуляторы до какого-то критического уровня, вот эта вещь очень хорошая. Иногда просто внимание не успеваешь обратить, сколько там уровень заряда у нас на контроллере заряда вот находится. Сидишь, отдыхаешь, тут чай пьешь, а напряжение уже, допустим, 11,5. А это для аккумуляторов не очень хорошо. А вот эта вещь отключит свет полностью. И будем в потемках тут. А, что случилось, что произошло? Вот такую вещь еще поставим. В общем, вечер у нас. Помылись все в нашей бане. Ну, как баня? Ну, мыться можно. Можно же, да, Виталька? Ага. Серега пошел поспать. В общем, обычная такая размеренная жизнь. Ничего особенного.